Бюджет Заречного на следующий год принят. Депутаты городского собрания представителей утвердили главный финансовый документ на 2011 и плановый период 2012-2013 годов на очередной сессии, состоявшейся 22 декабря. Планируется, что доходы городского бюджета в следующем году вырастут. Доходы бюджета на 2011 год составят 1 миллиард 843 миллиона 640 тысяч 550 рублей. В том числе налоговые доходы 328 миллионов 605 тысяч рублей, неналоговые доходы 195 миллионов 185 тысяч 300 рублей и безвозмездное поступление 1 миллиард 319 миллионов 850 тысяч 250 рублей. Запланированная на 2012 год сумма доходов составляет более 1 миллиарда 614 миллионов рублей. Предполагается, что в 2013 году доходная часть бюджета будет около 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Начальник финансового управления Заречного Зинаида Михайлова подчеркнула, что планы на 2012 и 2013 годы будут корректироваться. В соответствии с доходной сформирована и расходная часть бюджета. Бюджет по расходам прогнозируется на 2011 год в сумме 1 миллиард 978 миллионов 622 тысячи 500 рублей. На 2012 год в сумме 1 миллиард 730 миллионов 917 тысячи рублей. На 2013 год в сумме 1 миллиард 650 миллионов 952 тысячи 700 рублей. Бюджет Заречного по-прежнему носит социальную направленность. В 2011 году на выплату пенсий, социальное обслуживание населения, охрану семьи и детства и решение других вопросов социальной политики город планирует потратить 272 миллиона рублей. Одна из самых крупных расходных статей – образование. На финансирование школ, детских садов и других образовательных учреждений на 2011 год заложено 618 миллионов 153 тысячи рублей. Сюда включены расходы на ремонт 226-й школы, утепление фасада 225-й, разработку проекта детского сада в 18-м микрорайоне. В 2011 году продолжится финансирование всех целевых муниципальных программ. На их реализацию в бюджете заложено более 123,5 миллионов рублей. Кроме того, запланировано продолжение капитального ремонта и строительства. Если раздел жилищно-коммунального хозяйства посмотрим, то общая сумма его составляет 266 миллионов 617 тысяч рублей, куда включены капитальное строительство жилого фонда 108 миллионов 333 тысячи рублей, капремонт жилого фонда 10 миллионов 080 и благоустройство 129 миллионов 100 тысяч рублей. Финансирование учреждений культуры в 2011 году составит почти 147 миллионов. Муниципальных объектов здравоохранения – 26 миллионов. На развитие физкультуры и спорта – почти 332 миллиона рублей. Помимо главного финансового документа города, депутаты приняли положительные решения по ряду других вопросов повестки дня. В частности, народные избранники утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2011 год и измененное положение об аренде муниципальных жилых помещений, а также внесли изменения в положение об оплате труда выборных должностных лиц города. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».